Здравствуйте еще раз. Вот, снял защиту, подключил болгарочку. Защита, в принципе, даже, я бы сказал, добротная. Очень даже толстенькая. Единственное, пришлось приложить некоторые усилия при откручивании. Здесь болты были помазаны какой-то зеленой штукой. Я думаю, что это фиксатор. Ну а далее, я когда буду прикручивать ее, я лучше мазнуть каких-нибудь солидольчиком, чтобы они там не приржавели. Вот у меня небольшая разметочка здесь сделана. Все, давайте, ждите. Ну вот, продолжаем. Я все-таки вот так вот отпилил ее, чтобы было бы ровненько все. И все, в принципе, как заводское. Это даст нам возможность в следующий раз уже менять масло, не откручивая все-таки защиту двигателя. Туда попадать ничего лишнего не будет. Защита будет отлично работать и выполнять свою функцию. Все, давайте сейчас дальше продолжим. Будем сливать масло. Ну вот, мы добрались до картера. Видим, что здесь написано... Так, не видно вам, да? ВАЗ 2190. От Приоровская стоит. Приоровская все стоит. Вот он, наш масляный фильтр, который у меня уже руками открученный. И вот здесь вот, я-то думал, что как на Логане, а здесь шестигранничек. Видите, шестигранник. А на Логане, у меня до этого была дача Логан, это точно такая же машина, только двигатель дизелек был собрано довольно-таки ответственно. Здесь тоже, я смотрю, в принципе, наши как бы вроде как научились делать. Ладненько, давайте будем пробовать откручивать эту гаечку. Вот такой вот. У меня нету шестигранника, но есть вот такой вот ключик. Эти какой? Не знаю, что у меня получится, конечно. Может быть, я его сломаю. Может, еще чего. Но мы попытаемся все-таки. Все, пойдет масло, я продолжу видео.